Серьезные соперники. Одинцовские хоккеисты встретились с командой из Красногорска. В Ледовом дворце состоялся матч открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. Игра для спортсменов «Армады» не задалась уже в первом периоде. На 14-й минуте с поля удалили сразу двух одинцовских хоккеистов. Оппоненты из Красногорска воспользовались численным преимуществом и открыли счет. Впрочем, уже на последних минутах перед перерывом его удалось сравнять. А это хорошая передача под чужую синюю линию. Выход один на один и 1-1. На данный момент мы проводим вторую игру. Первую мы выиграли достаточно с крупным счетом. Но отдать должное сопернику. Соперник работал, старался, но это была игра в нашу пользу. Сейчас вот соперник равный. Игра такая насыщенная достаточно. Ну, работаем на победу. На льду было действительно жарко. На 8-й минуте второго периода в ворота одинцовской команды влетела еще одна шайба. Хозяева поля пытались сравнять счет, но безуспешно. За 4 минуты до конца периода спортсмены из Красногорска забили еще один гол. Ух ты, какой гол! Парни стараются, и наши противники показывают достойный хоккей. Немного не хватает пока по физике, по технике, чуть-чуть проигрываем. Но я думаю, в третьем периоде мы сможем это исправить. Но исправить не получилось. В третьем периоде в ворота «Армады» прилетела еще одна шайба. Счет 4-1. Чуть-чуть отыграться удалось буквально на последних секундах матча. За 3 минуты до конца игры спортсмены «Армады» забили гол, и итоговый счет стал 4-2 в пользу гостей. Это только второй матч открытого турнира, и у одинцовских спортсменов еще будет время показать себя. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».